этой семье нужен свой герой. Да, свободу! Теперь за дело! Ничего стыдного в этом нет. Хлоуи, пора обедать! Что? Не может быть! Папа, я уже взрослая. Это не волосы, а просто заросли какие-то. Не получается! Хлоуи, что случилось? Не могу расчесаться! Думаю, я смогу тебе помочь. Сотворим немного волшебства. Это как миксер, только для волос. Ну, ловко я придумал. Тут нужна замедленная съемка. Так будет выглядеть еще круче. У-ху! Класс! Да. Выбери резинку. Вот это. Волшебно! Вау! Спасибо! А теперь твоя очередь! Иди сюда, папуля! Теперь ты тоже красивый! Спасибо, Хлоуи! Вот это весело! Класс! Хлоуи, что ты делаешь? Прекрати! Но я хотела закончить. О, у меня для тебя кое-что есть. Как насчет фокуса? Сейчас фотография исчезнет. Держи, Хлоуи. Спасибо, попробую. Какая красота! Я его раскрашу. Смотри, я настоящая художница. А потом можно все просто стереть. Вот так. Пап, это так здорово. Спасибо. Пожалуйста, Хлоуи. Фу. Нужно потереть на удачу. Папа, папочка. Что? Папа, мне нужно в туалет. О, держи. Нужно что-то придумать. О, есть идея. Хлоуи, Хлоуи. Не могу. Хлоуи, я тебе помогу. Посмотри на эту птичку. Она хочет есть, как думаешь? Давай дадим ей еще еды. Видишь? Закрываем. И теперь смотри. Вот и результат. Быстрый результат. Надеюсь, зрители у экранов сейчас не едят. Теперь, Хлоуи, твоя очередь. Я готова. Упс, а мне пора. Эй, тут все собрались? У нас будет конкурс красоты. Нужно что-то еще. Эй, папа. Что? Папочка, давай-ка тебя пострижем. О, нет, о, нет, 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 нет. Возьми, пожалуйста, Хлоуи, нет, нет. Нет, на обед дам тебе мороженка, пожалуйста, только. Ты можешь с этим поиграть. Вау. Мистер, вы попали в лучший салон города. Посмотрим, что тут у нас. Иди сюда. Не стесняйся. Радуга. А что делает эта кнопка? Что вы тут видите? Устроим тест Роршаха. Я могу делать это весь день. Точно вам говорю. Отличное занятие. Просто лучшее.
дадим нашему клиенту. Теперь мы нажмем сюда. Круто, правда? Ему тоже нравится. Мне так нравится этот цвет. Вот бы у меня так быстро росли волосы. Он похож на одного известного рэпера, только на лице не тату. Как думаете, кто это? Пишите в комментариях. Теперь пора использовать мои умения. Видишь, папа? Совсем не страшно. Вау! А теперь пора. Пока, крутая прическа. Вот так. Да. Новая прическа, новая жизнь. Только не делайте так с братьями и сестрами. Усы тоже побреем. Пап. Ни за что. Пап, я иду. Как дела, единорожка? Привет, свинка. Фу. Ну, все равно это конфета. Хлоуи! Хлоуи, она же грязная. Возьми это. И конфета будет в безопасности. Вау, спасибо. Как круто. Идеально. Обожаю считать. Папуля, берегись. Осторожнее. О, прекрати, остановись. На, Хлоуи, ну что же ты? Прости, папуля. Знаешь, у меня для тебя кое-что есть. Сейчас. Привет. Вот. Вау, что это? Источник молодости и сухих столов. Держи. Ой. И чашечка. Вау. Налей немного. Конечно. Вау. Какая смешная свинка. И крутой гаджет. Мне нравится. Спасибо, папочка. Пожалуйста, Хлоуи. Пап, ну что же ты? Да, сэр, нужно сделать все до завтра. Все будет готово. Обещаю. Я... Что? Папа, поиграй со мной. Хлоуи, прекрати. Поиграй с игрушкой, ладно? Ладно. Простите, сэр, продолжайте. Мой принц. Да-да, сэр, я знаю, знаю. Нет. Оп. Секунду, пожалуйста. Беги. Мьёльни! Что? Сработало. У тебя большие проблемы. Что? Твою судьбу решили в Асгарде. Так нечестно. Прости, Хлоуи, мне нужно. Я все маме расскажу. С Локи это тоже сработало. Ребята, продолжаем. Бам! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Все разрушено! Хлоуи, немедленно убери здесь все! Убрать? Ни за что! Ладно. Вы думаете о том же, о чем и я? Точно! Высокие технологии! Отлично подойдет для Лего! Осторожно с ногами, эти штуки опасны! Смотрите, все просто! Отлично! Ты кто? Где мой папа? Хлоуи, прекрати, это же я! Секунду! Слава богу! Видишь?
папочка! О, Хлоуи! Нет! 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 Хлоуи, нужно почистить зубы! Я выбрала красную таблетку. Ты не можешь меня контролировать. Ну ладно. Ладно. Это будет просто. Немного зубной пасты. Да. Хлоуи, я дам тебе пончик. Скажи «а». Дай мне. Вкусно. Первый раз ем мятный пончик. Думаю, достаточно. Как тебе водяная пушка, папуля? Молодец, Хлоуи. Бум. Фу. Что это такое? Полезная еда, Хлоуи! Приятного аппетита! Ничего приятного тут нет. Может, мне все-таки повезет? Трехочковый. Папа, я все! О, как быстро! Молодец, Хлоуи! Упс. Хлоуи! Обманщица! Нужно что-то придумать. Может, это? Это гениальное изобретение. Фу. Не хочу это есть. Что происходит? Что это за волшебство? Не понимаю. Так нечестно. Приятного аппетита, Хлоуи! Нет! Вот это я понимаю, наконец-то! Как вкусно! Хлоуи, в чем дело? Хлоуи, умойся! А я подготовлю для тебя сюрприз. Я покажу, как сделать нутеллу еще лучше. Стоматологам не смотреть. Потрясающее зрелище, правда? Теперь нам нужна ложка. Да. И помещаем ее сюда. Отлично. Так держать. До конца месяца она будет есть брокколи, не волнуйтесь. Круто! Хлоуи! Хлоуи! Что? Ты пропустила тут! Держи! Спасибо, папа! Как вкусно! Когда грудь снова вырастет? Грязь обожаю! Привет, папуля! Нет уж! Стой! Пожалуйста, прекрати! Подожди секунду! То, что нужно! Красивый цвет! Хлоуи, подними руки! Эй, что? Я похожа на принцессу. Теперь можешь продолжать. Я никогда не боялась запачкать руки и футболку. Вау! Спасибо, папочка. Пожалуйста. Теперь, Хлоуи, можешь идти. Эй, пап! Просто сними и все. О, отлично! Я провела эксперимент. Я единорог! Что тут происходит? А ну вон отсюда! Весело! Ну хватит! Не хочу, чтобы ты проводила время в этих выдуманных мирах! Но я хочу танцевать! У меня есть идея получше! Мы идем на пляж, где ты сможешь пообщаться с реальными людьми! Что скажешь?
Вау, настоящие люди! Я согласна, пап! Но у меня ноги болят из-за танцев. Что она делает? Папа, я готова! О, я понял! Ну ладно, ради своей маленькой принцессы я готов на все. Поехали! Да! Хлоя замечательно проводит... минуту... я перезвоню. Как же горячо! Папа! Ай! Что такое, милая? Песок ужасно горячий! Бедняжка моя! Эй, я знаю, что может помочь! Но ты же должен мне помочь! Я знаю, что делаю! Доверься мне! Теперь становись сюда! Правая и левая! Эй! А крутые сандали получились! Спасибо, папа! Всегда пожалуйста, милая! Все друзья будут мне завидовать! Но мне они больше не нужны! Позже папа сделает еще! Пора играть в русалочку! Хлоя! Это опасно! Что ты делаешь? Ну, папа, я хочу поплавать! Поплавать? О, есть идея! Мне нужно внимательно следить за Хлоей, а не то жена меня просто прикончит! То, что нужно! Как хорошо, что я изучал строительство! Вот и учеба пригодилась! Я определенно молодец! Все готово, Хлоя, иди сюда! Целый бассейн для меня? Какой большой! Спасибо, папа! Ты мой супергерой! А я могу позвать друзей? Мы устроим заплыв на перегонки! Да, да, конечно! Бигфут идет за тобой! Бигфуту нужно отдохнуть и поесть! Хлоя, что это? Бигфут тут здорово наследил! Это не дело! У меня есть потрясающая идея! Как же моей жене со мной повезло! Вот и сейчас я забочусь о том, чтобы у нее было меньше стирки. Бигфуту лучше не пачкать свои маленькие ножки, а то папа будет недоволен. Папа, ты даже не мне нужно пипи. Ну где? Папа! Папа! Мне очень нужно пипи. Очень! Можем использовать вот это. Вот так берешь и... Папа, у меня так не получится! Что же нам делать? Посмотрим, ты же не можешь сходить в туалет прямо здесь! То, что нужно! Это нам пока не понадобится! Идем! Милая, смотри! Сейчас папа сделает для тебя удобный туалет! А это я всегда ношу с собой! Никогда не знаю, что тебе может пригодиться! Та-дам! Наконец-то! Но, папа, на меня все смотрят. Сейчас мы прикроем тебя твоим любимым одеялом. Ура! Папа, ты же дашь мне новое одеяло, да? Да, милая, но не сейчас. Ты можешь быстрее, пожалуйста? Минутка покоя. Папа, мне скучно. Ну как ты себя ведешь? Какая романтичная история. У меня нехорошее предчувствие. Пап, палец, я его уколола. Помоги мне вытащить занозу, пожалуйста. Давай посмотрим, дорогая. Нужно ее удалить. Но не так. Ладно, попробуем что-то другое. Настоящий отец готов ко всем испытаниям. Милая, не переживай. Я все сделаю. Будет совсем не больно. Не-не-не-не-не-не. Я все расскажу маме. Терпение, мой юный друг. Доверься мне. Вот и все. Тебе нужно было стать врачом. Спасибо, папочка. Пожалуйста. Нужно умыть тебя, пока мама опять не позвонила. Нет. Мороженое растаяло, как олов на солнышке. И теперь это даже не мороженое. Что случилось? Посмотри, что случилось с моим любимым мороженым. Не волнуйся, милая. Я знаю, что делать. Наш шоколад тоже растаял. Давай используем его. Вот вкуснятина получится, увидишь? У нас получится молочный коктейль со вкусом шоколада и маршмеллоу. Вот, попробуй. Вау! Спасибо, папа, очень вкусно. Мусорить нельзя. Мама и папа говорят, что это плохо. О, что это? Как красиво! Я обожаю арбузы! Я так хочу это платье! Папа! Пап, ты мне купишь это платье? И сколько оно стоит?
Милая, у меня есть идея получше. Иди-ка встань вон там. Бегом, бегом. Ладно. И не двигайся. А теперь улыбайся. Скажи арбузик. Арбузик! Эх, теперь я знаю, как чувствовала себя моя жена во время беременности. О, Хлоя! Привет, папа. Что? Аист принес мне братика или сестренку? У меня кое-что есть для тебя. Моя мечта наконец-то сбудется. У меня будет сестричка. Что? Нет, кое-что получше. Две сестрички. Это арбуз. Но это не лучше сестрички. И я не голодная. Я пить хочу. Пить? Не проблема. Сейчас я приготовлю для тебя вкусный коктейль. Начинаем. Папа должен быть и врачом, и архитектором, и фотографом, и барменом, и так далее по списку. Не так-то это просто. Но я отлично справляюсь. Что ж, я почти закончил. Это мне не нужно. Только это. Кажется, нужно открывать свой бизнес. У меня точно получится. А ты, Хлоя, будешь мне помогать. Вау, папа, как красиво. Я очень хочу попробовать. А? Спасибо, папочка. На здоровье, дорогая, всегда пожалуйста. О, какой же я голодный. Пожалуй, съем-ка я фруктов. Они очень полезны. Я возьму. Спасибо. Что случилось? Кажется, я знаю, кто украл мое яблоко. Обожаю яблоки. Я так просто не сдамся. Я же говорила, что так просто не сдамся. Что случилось, милая? О, это твои зубы? Да. Нужно что-то с этим сделать. Подожди здесь. Надеюсь, моя жена не придет, пока мы это не решим. Кажется, пока она может есть только яблочное пюре. Что ж, надеюсь, зубной феи зубы Хлои не пригодятся. Не так уж и сложно. Еще лучше, чем прежде. Хлоя, тебе понравится. Попробуй. Очень вкусно. Я хочу еще. Спасибо, папа. Пожалуйста. Это по бабушкиному рецепту. Ну же, милая, нужно съесть кашку. Нет, ты меня не заставишь. Но она полезная. Летит самолетик. Открывай ротик. Хлоя! Я не хочу есть кашу. Ты что, задумал меня убить? Все дело в подаче. Нужно проявить немного творчества. Это маркетинг для чайников. Хочешь попробовать мороженое с новым вкусом? С каким вкусом? А ты вот угадай. Так что ты скажешь? Мне нравится. Фу, кажется, в этой битве я выиграл. Папа! Можешь, да, дорогая, мне сделать такую прическу? Я хочу выглядеть, как моя кукла. Конечно, солнышко. Думаю, в резюме нужно добавить еще и опыт работы парикмахером. Так, я быстро заработаю деньги для твоей учебы. И готово! Какая ты красивая! Муа! Просто принцесса! Правда? Что? Какой кошмар! Я похожа на ведьму, а не на куклу! Нет, нужно все исправить! Но как? Нет, нет, может быть... Что же, попробовать можно! Но я думаю, это мне не пригодится! Ха! Есть идея! Запускаем наш аппарат! К взлету готовы! Что ты делаешь? Проявляю креативность, конечно. Посмотрим. Найдите 7 отличий. Ага, и последнее. Мой шедевр готов. Вау! Спасибо, папуля! Пожалуйста! Я фея! Юху! Как же я устал. Пора отдохнуть с книгой. Папа? Давай потанцуем. Смотри. И это так вы сейчас танцуете?
Ничего сложного, смотри! А, вот в мое время были танцы! Ура! А? Не смотри, кисси-мисси! А, ой! Мы ходили на дискотеки! Папа! Нет, а? Это а? Уже не модно! Вот, смотри, тебе понравится! Ладно, почему бы и нет? Вау! Just dance, gonna be okay! Да-да-ду-ду! Just dance, spin the record, babe! Да-да-ду-ду! Во! Рок-н-ролл жив, детка! Сейчас я тебе покажу, как надо танцевать! Strike a ball! Да, папочка! Ты let такой крутой! Let your body move to the music! О, боже! О, газовая атака! Не могу остановиться! О, как же я устал! Но оно того стоило! Хлоя, у меня встреча, пожалуйста, не шуми! Для начала проверю камеру и микрофон! Все должно быть идеально. Это для школьного проекта, пап. Милая, пожалуйста, я работаю. Поговорим потом. Начинаем. Привет, привет, дорогая. Что с твоими волосами? Я тебе потом перезвоню, ладно? Хлоя! А ну отдай. Стоп, у меня есть идея. Когда я закончу, Хлое будет чем заняться, и она не соскучится. А я, надеюсь, смогу спокойно поработать. Отлично, но мне нужен и второй шарик. Хорошо, что кое-что осталось после дня рождения Хлои. О, конечно, побольше блесток не помешает. Моя маленькая проказница. Она точно пошла в маму. Я живу с королевами драмы. Но не поймите меня неправильно, я их очень люблю. Так, хватит болтать. Хлоя, иди сюда. Что? Смотри, я сделал для тебя новую игрушку. Вау, круто! Спасибо, папа! Ты лучший! Как много цветов, как красиво! Похоже на волшебное пыльцо. Она чихает! Заболела! Переходим в режим супергероя! Точнее, супердоктора! А, вот ты где! Папочка, а что ты тут делаешь? Не волнуйся, милая, я тебя вылечу. Но я не больна! Не переживай, я просто дам тебе сироп от кашля. Давай, открывай ротик. Он не такой гадкий, как ты думаешь. Нет, пап, я не буду! Я не больна! Нет, фу! Ну и что мне делать? А что бы сделала Мэри Поппинс? Ага, кажется, у меня есть отличная идея. Да! Так, теперь сделаем наше чудо-лекарство. Ни один ребенок в мире от такого не откажется. Но, дети, запомните, никогда не берите конфеты у незнакомцев. Хотя после просмотра вы можете перестать их брать даже у пап. Ну да ладно. Хлоя, я иду. Я не больна. Хочешь конфетку? Конфета! Как я могу отказаться? Получилось! Ачу! О, нет! О, вот мой шанс отомстить! А это не слишком? Не волнуйся, папа! Я знаю, что делать! Что ж, милая, доверюсь тебе! Почитаем звездные сплетни! Моя командировка закончилась раньше! Я дома! Что? Я так соскучилась! Нет! Пора бежать. Я тоже соскучилась, дорогая. Ну, хватит. Я люблю тебя, мамуля! Фу! Муж! Это ведь была правда! Ты издеваешься? Можешь убегать, но тебе не спрятаться.